Ну что, поехали дальше. Поехали. Ленин, горы. Так, ну что, наш репортаж начинается. Начинается. На поляне Звездная, которая. Звездная долина. Ехали, наконец приехали. Собрались. Месяц назад не получилось, да, но сегодня мы здесь. Да. Ура. Ура. Как все красиво, как все. Фу. Правда, что фу. Фу. Это точно берушевка? Точно. 60 плюс, по-моему. Да ну, а по-моему, мягко пошло. Ну, хорошо. Пошло. Мы раньше это пиво в ручей носили, охлаждали. Да. Ну. Будучи в таких краях замечательных, заповедных, всегда думаешь, какая красота. И лазишь всегда по интернету, а нет никакой информации о таких местах. В отличие от, например, там какие-то американские сайты, там европейские, там все это раскручено. Вот как бы смотришь там Хойдуса Босла в Венгрии, там вау, фу, так как все расписано, какие там источники, там аквапарк и так далее. А у нас ничего нигде не расписано, никаких видео, никаких фотографий. Даже вот заходишь Яндекс Народная карта, да, где как бы раз там некоторые выкладывают фотографии. Насколько они непрофессиональны, эти карты, фу, эти фотографии. То есть по ним нельзя понять, какое это классное место. Так вот, я к Серёге, к тебе, как профессионалу, фотографу, вот покажи его, гля, что он делает. Смотри, с каким тебе, с объективом таким, это просто его здесь. Задача на ближайшие такой, 2 дня. Такой объектив вот здесь в горах вообще. Давайте открывать нельзя, еще, потому еще что даже сделаю его, больше. Его сорвут нахрен, это же он стоит, блин, это бешеные деньги. Почему? Ты его сорвёт. Ты чё, ты тут вообще... Он крепко держит его. Сейчас ты, если запустишь в Инстаграм, приедут с Европы и заберут. Короче, надо сделать так, рекламу вот этого места. Да, надо красиво... Чего не... Мы можем быть первыми красиво снять эти места и выложить их. Выложить их те, ну вот, как бы, чтобы это стало людям доступно. Чтобы мы были первоисточниками. Это вполне реально. Мне так кажется. Может быть, я что-то ошибаюсь. Мне хочется снять хорошее 4К видео. Ну, где-нибудь сейчас мы пойдем там куда-нибудь завтра. 4К видео снять классно. Ты снимай фотки классно. У них где-то может быть, я не знаю, в Инстаграме. А я сделаю фотки 3D. 3D, 4К. 4К и 3D и это так бомба. Далее, и тому подобное, да. Они живые. То есть вдыхаешь воздух. Тебя живит. Хочется. Дышать, как что говорят, что прямо ложкой бери воздух и кушай. Ну, кушать я буду пиво ходыжинское, чего я вам желаю. О, сейчас пойдем в лес. Да? Да. Марух, надо тебя покрыть, тебя не едят. Мне не едят. Комары нас не едят. Все, мы готовы. К двухдневному переходу. Это дождь, как музыка мокрых крыш. Ты тоже сейчас не спишь. Где-то мысленно и легко, я знаю, твоя любовь сильнее всех разлук. Я хочу чувствовать, чувствовать. Ближе.
чувствовать, чувствовать тебя рядом, нежность твою спит до дна. Слепо чувствовать, чувствовать, сгорать от взгляда. Чувствовать, чувствовать тебя рядом, на расстоянии стать еще очки ближе. Чувствовать, чувствовать и небо падать. Че вы тут развалились? Что делаете? Ждем. Что мы делаем? Открепляемся. Трапезничаем. Пришли к выводу, что мы едем на природе. Ну, надо выпить за эту красоту. Чувствовать тебя! И водопады стали медовые, потому что там уже бурлила сладкая река.